вообще в Казахстане есть вот баттер Шукенов. Когда я начала работать над контентом для книги, вырисовался определенный портрет. Молодой человек встает в 6 утра, едет на троллейбусе час, чтобы быть первым в классе и просто тренироваться. Кейде айнаның алдына барып өзіңді көргендей сезімде боласың, батырдың әндерін тыңдағанда. Когда общались, я Батыру говорил о том, что то, что он сделал на казахском языке, то, что касается вот национальной музыки, это навсегда. Ашығым да сүйем сені, арманым да